измельчитель с говорящим названием «Молния», молниеносное приготовление блюд. Да, молниеносное при помощи вот такого измельчителя, потому что быстрота приготовления позволяет нам сделать не только фарш, не только смузи, но и всевозможные суп-пюре, десерты, чаи, настойки, лимонады и не только. Мне нравится то, что здесь очень легко пользоваться. Вы достали его, он компактно, немного места занимает. После этого взяли, положили, к примеру, сюда ягоды, нажали одним движением, и мотор мощностью 200 ватт с вихревым потоком лезвий позволяет тебе очень быстро приготовить напиток. То есть здесь вращение как практически профессионально. 8000 оборотов в минуту. То есть даже замороженные ягоды измельчатся так же легко. Кстати, класс. Ножи сами по себе тоже очень острые. В комплекте вы получаете два вида ножей. Это 4 лезвия и 2 лезвия. Это сделано для того, чтобы собрать все остатки. Вот 4 лезвия по бокам. Это очень удобно. Да, конечно, пожалуйста. Пожалуйста. Коктейли. Холодненькие, вкусненькие, освежающие. Знаете, когда к вам придут гости на Новый год, захочется их чем-то удивить, каким-то необычным ресторанным десертом. Посмотрите, вот этот коктейль им очень понравится. Мороженое, ваши ягодки, которые вы, может быть, заморозили с лета, все это перебейте нашим измельчителем, и получится вкуснейший коктейль. Еще клубничкой украсим или мандаринчиком. Приятного аппетита. Я напоминаю, что цена у нас снижена, максимально снижена, 1099 рублей. Максимальное снижение цены благодаря вам произошло сегодня. Очень много было заказов в первом эфире. Мы снизили стоимость, потому что наш производитель дал нам скидку, понимаете? Мы эту скидку отдали вам. Всем делаем перерасчет и, главное, быстрее заказывайте. В следующем году не будет такой цены. Да и сейчас уже в магазинах техника подорожала, а у нас на телеканале Шоп-н-Шоу действуют самые выгодные скидки. В этом эфире пока еще есть измельчители, в следующем уже будут остатки. Очень много звонков. Посмотри, Олег, видишь, линии перегружены. Когда линии перегружены, вы не можете дозвониться в колл-центр. Я советую вам переходить через QR-код на наш сайт shopandshow.ru. Там вы тоже можете оформить заказ. Слушай, мы возвращаемся к нашему прекрасному измельчителю. Давайте поговорим о как он работает, о принципе. Мы рассказали то, что измельчает он очень быстро, благодаря функции вихревого потока. Обрати внимание, Оль, как вращается у нас фарш, который мы положили внутри. Благодаря вот такому вращению у тебя быстрее получается, и остатки все собираются со стенок. Итак, друзья, в комплекте вы получаете сам измельчитель 1,8 литра в объеме и два ножа. Один нож трехъярусный с четырьмя лезвиями, а второй нож двухъярусный с двумя лезвиями, острейшими лезвиями, которые перемалывают даже лед. Мы проверяли с Олегом Сотниковым в прямом эфире. Так, смотрите, цена 1099 рублей. Действует только сегодня. Скидка 54%. Делая заказы в декабре месяце, вы можете выиграть автомобиль. Вы помните, друзья? Переходите через QR-код на наш сайт shopandshow.ru, и там вы подробное описание нашей акции найдете. Ловите автокоды в прямом эфире. Один автокод – это 100 баллов. Также пиарьте нас в соцсетях. Смотрите, один отзыв – это уже 200 баллов. Чем больше баллов вы накопите в течение декабря месяца, тем больше гарантии победы. Я желаю вам выиграть автомобиль. И у нас уже более 4000 заказов сделано. Поздравляю от всей души. В следующем году, друзья, будут гораздо выше цены. Да и вообще в магазинах измельчители по 1000 рублей не стоит. Только у нас напрямую от производителей. Ловите последнюю возможность. Олег, ты знаешь, вот на самом деле многие сейчас думают, да, измельчитель, наверное, он мне нужен, но это, вот знаешь, ключевое слово здесь «наверное». Давай вот сейчас представим наших телезрителей. Кто-то, например, любит выпекать. Насколько этот измельчитель пригодится для выпечки? Слушай, ну мы рассказали то, что можно измельчить мясо, можно готовить смузи, напитки всевозможные и так далее. Смотрите, я заложил сюда муку. Здесь у меня примерно стакан муки. Сейчас сделаем тесто прямо в прямом эфире. Сахар я добавил. Я добавляю немножечко сюда сливочного масла комнатной температуры. Закрываю крышку, и сейчас мы покажем нашим телезрителям, как он будет работать. Одеваете вот так вот мотор и начинаем измельчать, друзья мои. А можно я тоже подержу? Да, знаешь что, маленький нюанс. Да, нажимай. Ага. Главное, чтобы это все взрыхлилось. После того, как у нас
превратится в такую некую крошку песочную. После этого вы просто добавляете одно яйцо. Давай покажем, как в процессе добавлять яйцо. Вот получилось, да, смотрите, тесто. Сверху берете, закладываете вот так вот и опять закрываете крышку. Смотрите, прям песочное тесто. Да, помните, руками, когда мы делаем песочное тесто, мы так долго должны его перекрашивать, крошим. Это долгий муторный процесс. Руки потом грязные, весь стол испачканный. Здесь несколько секунд, дай мне, пожалуйста, Вилочку, я покажу. Потому что я сама очень люблю вот этот песочный тесто. Видите, прям как перекрошилось все. Идеально для до консистенции хлебной крошки. Видите? Да. При помощи одного измельчителя. Давай сейчас я покажу. Устанавливается легко и нажимается только сверху. То есть нет никаких лишних переключателей. Вот, отлично. И готово. Ну что ж, друзья, вот и тесто готово. Осталось только испечь. Да, осталось его выложить только в форму и приготовить. Вот такое вот тесто получилось. Я считаю, что консистенция сама очень хорошая. Посмотрите, показываю. Смотрите, насколько консистенция хорошая. Форму для запекания сверху клубникой. Посыпайте какой-нибудь пудрой и выкладывайте. Олег. Да. Ну вот сколько прошло времени? За сколько мы сделали с тобой песочное тесто? Сколько? Я, знаешь, помню, на мастер-классе замешивал очень долго, потом еще выстаивал. Руками его. Все это, да, перемешивать крошку. Прилипает, неудобно. Смотри, мы сделали буквально за 8 секунд. 8 секунд, и вкуснейший песочный пирог готов, друзья. Это невероятно, но это факт. Все-таки технологии не стоят на месте. И придуман уже измельчитель, который за мгновение делает не только суп-пюре, не только вкуснейшие там всякие паштеты, да? И фарш. Но и вкусное тесто можно сделать буквально за несколько секунд. Оп, как говорится, и готово. Да. Для того, чтобы сделать свой, например, первый заказ, вам нужно смелее, как можно быстрее набирать номер телефона, который вы видите на экране. Звонок бесплатный по всей территории России. Оплата только по факту получения. Звоните, действуйте. 1000 рублей за измельчитель, который может абсолютно все на вашей кухне. Олег, это тоже замороженные ягоды, замороженные ягоды. Закладываем сюда мороженое. В большом количестве ванильное. Слушай, знаешь что, я очень люблю еще делать напиток, но не на основе мороженого, а еще люблю наподобие делать клубнику, имбирь, допустим, лимон, мяту, измельчаешь все то же самое и закладываешь это в баночки вместе с медом можно. Смотрите, друзья мои, замороженное, если хотите, немножечко добавляйте сливок. Немножечко, друзья мои, добавили. Все, после этого закрываете крышкой. И сейчас поговорим с тобой о комплектации, чтобы входит в комплект. Смотри, мы сейчас будем использовать большие ножи, там 4 лезвия, а в комплекте также еще и двойные ножи вот такие. Помните, как долго мы все это режем, особенно лук, как его не хочется нарезать кубиками для супа, для пережарки. Мы плакать начинаем. Но вы сегодня выбираете измельчитель, который все делает за вас. Причем за несколько секунд. А если вам нужна вот такая же пюреобразная консистенция, 8 секунд, не более, и готово.